3 августа в здании комплексного центра социального обслуживания населения «Исток» состоялось открытие рабочего пространства «Сделано мамой» и первая встреча участников этого проекта. Центр «Исток», храм в честь святителя Филарета Милостивого и Симбирское сестричество милосердия, связывает общее желание помочь нуждающимся женщинам. На сегодняшний день на территории центра «Исток» был открыт коворкинг. Отец Дмитрий Субботин со сестрами милосердия открыли такой центр, который поможет малоимущим и людям, попавшим в жизненную сложную ситуацию, получить возможность обучиться, как можно зарабатывать денежные средства в интернете. Проблемы безработицы и кризиса института семьи являются на сегодняшний день одними из наиболее актуальных в современном обществе. Помочь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в работе во время беременности и в период ухода за ребенком, а также матерям-одиночкам, решили сестры милосердия. Проект коворкинга «Сделано мамой» реализует автономная некоммерческая организация «Симбирское общество милосердия». Он направлен на помощь беременным женщинам в поиске дополнительного заработка и трудоустройстве на удаленную работу. Специальное рабочее пространство позволит проводить лекционные занятия и обучающие семинары по заработку в сети интернет для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Целью проекта было создание условий для обучения женщин на фриланс. То есть это предоставление женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вариантов удаленной работы на интернет-платформах. В процессе реализации проекта предусмотрено проведение групповых занятий по обучению удаленной работе, разбор возможных вакансий и регистрации в сервисах по удаленной работе женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, и сестер милосердия. Меня пригласили в качестве преподавателя в этот проект, потому что у меня был опыт, я откликнулась в интернете на эту просьбу, решила поделиться своим опытом. 11 лет я работала на фрилансе, и из копирайтера доросла до интернет-маркетолога, мы решили такой вот курс сделать в рамках этого проекта. То есть сначала начать с копирайтинга, а потом какие-то другие навыки передать уже тем, кто хочет зарабатывать онлайн. В ходе обсуждения был намечен ряд ближайших мероприятий. Первое обучающее занятие началось в четверг, 5 августа. Далее занятия будут проходить два раза в неделю по адресу улица Полбина, 45А, в 19:00 в течение полутора месяцев. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская метрополия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. К нам поступил такой вопрос. У меня племянник, ребенок с ментальным нарушением здоровья. Знаю, что таких деток тоже водят в храм. Как это лучше сделать и есть ли смысл их исповедовать и причащать? Такой вопрос может возникать только у человека, который сам недостаточно имеет духовного опыта реализации своих религиозных чувств через церковный обряд. Ибо это очень мощное, действенное средство, которое помогает человеку обрести мир душевный, ослабление каких-то внутренних напряжений, переживаний и приобрести вот именно эту спасительную гармонию, связь с Богом. Если человек однажды вкусил вот этой радости, сладости от встречи с Богом, от общения с Богом, и в личной молитве, или через церковные таинства, то такой человек неизбежно будет стараться свидетельствовать, проповедовать, делиться этой радостью с другими. Но и детки, самые близкие, самые такие невинные создания, они бы, конечно, были бы рады, если бы вот оказались в кругу таких добрых взрослых, которые делились бы вот этой своей благой радостью с этими детьми. Слава Богу, что церковь, она не делает никаких различий между здоровыми, больными, старыми, малыми, между слабыми и сильными, богатыми и бедными. Церковь – это дом Божий. И вот как вот в доме есть отец, мать и дети, вот так и в церкви Господь наш Отец, и мы все Его братья и сестры. И Господь каждого человека приемлет с великой любовью. Поэтому для Бога не важно, здоров человек или болен. Более того, Христос сам говорит, что здоровы, они не нуждаются во враче.
а во враче нуждаются больные. И мы Христа называем врачом душ и телес, который благодать Божия, она немощная врачует и оскудевающая восполняет. Таким образом, из вот общего такого вот положения мы можем сделать вывод о том, что детей просто необходимо приводить в храм Божий и по их степени восприемчивости вовлекать в церковные таинства. То есть, если ребенок может выставить службу, он и выставит. Если он не может, то приводить его на короткое время. Хотя бы просто поцеловать икону, хотя бы просто посмотреть на горящую свечу. А у нас есть опыт работы с такими детьми. В нашем городе есть вот даже такие организации, есть клуб «Высота». Там с детишками, вот с такими расстройствами работают профессионалы. То есть это специальные педагоги обученные, которые занимаются с ним по специальной программе. И мы сотрудничаем с этими педагогами. И уже не один год мы видим, как эти дети, которые были сначала маленькими, потом они взрослеют, как они тянутся к церковным таинствам. Они чувствуют то, что, может быть, даже недоступно чувствовать человеку абсолютно здоровым. Потому что здоровый человек, который вот в окружающем мире видит много развлечений, им очень бывает тяжело вот отказаться от всего этого яркого, пестрящего мира и сконцентрироваться на каких-то высоких ценностях и духовной жизни. А вот дети больные, родители, которые воспитывают вот этих больных детей, они больше сконцентрированы на внутренний мир. И поэтому, когда там беспокойство, они страдают. Но когда туда входит лучик света, божественная благодать, они его сразу замечают. И вот мы можем свидетельствовать о том, что дети, которые чаще причащаются, которые чаще посещают храм вместе с родителями, у них и динамика лечения, исцеления более положительная, более прогрессивная. Это свидетельствуем мы, священники и педагоги. Поэтому обязательно, обязательно привлекайте детишек к церковным таинствам. И если вот вы говорите, что можно ли их исповедовать, безусловно, исповедь, она требует определенного интеллектуального напряжения. Но, вы знаете, любой ребенок знает, что такое хорошо и знает, что такое плохо. Даже если вот он капризничает, не слушается мамы и папы, он понимает, что это грех. Поэтому как он понимает, это тайна его души и Бога. Мы в полной мере не можем это увидеть, но когда ребенок приходит на исповедь к Христу, к Евангелию, и вот эта внутренняя работа в его сердце совершается, то тогда, безусловно, он получает от Господа великую благодать и утешение. Приводите детей в храм, советуйтесь со священниками, в какое время, как лучше, может быть, вначале будет требоваться какая-то предварительная подготовка ребенка, но в любом случае без храма ребенка оставлять никак нельзя и без благодати Божией. Добрый день. К нам поступил вопрос от одного из телезрителей. Что такое «Помни день субботний и почитай его»? Какая, в принципе, разница, в чем заключается разница субботы и воскресного дня в христианстве? Отвечу на этот вопрос охотно. Дело в том, что у древних иудеев в свое время имелся такой ценный ресурс, как скрижали Моисеевы. На горе Хариф в свое время, за 1500 лет до Рождества Христова, Богом были вручены Моисею скрижали, на которых были записаны 10 заповедей. Это, скажем так, заповеди первые относились именно к Богу, вот остальные заповеди, в общем-то, о взаимоотношениях между людьми. И вот одна из заповедей гласила буквально следующее. «Помни день субботний, то есть день покоя, 6 дней делай дела свои, 7-й же суббота Господу Богу твоему». То есть, что это значило? Человек на земле здесь занимался каким-либо ремеслом, либо определенного рода деятельностью. Но один из дней он обязательно должен был посвятить Богу. Вырваться из повседневной суеты, подумать о вечности, подумать, что рано или поздно все блага земные проходят и с собой туда, за гроб, все это не возьмешь. Вот эти дни были посвящены, вот как раз дни покоя были посвящены молитве, размышлениям над Священным Писанием и
В этот день также, в общем-то, не на словах, а на деле люди, скажем так, претворяли все то самое лучшее, что имело Священное Писание. Именно, скажем так, совершали какие-то добродетели, то есть помогали тем, кто нуждается в помощи, вот, посещали больных в больницах, посещали узников в темницах, то есть сделали добрые дела. Вот. У евреев доходило все, конечно же, до абсурда со временем. Это уже, скажем так, изобретение фарисеев. Они начали понимать все буквально. То есть день покоя. Вот в день субботний у них, например, запрещалось, выйдя за порог дома, делать больше 2000 шагов. Вот. И доходило до абсурда, вот именно мы вот видим в Священном Писании, Господь говорит, значит, его осуждали, когда фарисеи, вот, почему ты, например, излечиваешь людей в субботу? Или, например, тот момент, когда Господь говорит, неужели, если ваш скот упадет в колодец в субботу, вы его оттуда не вытащите? Ну, вот это, конечно, было буквальное понимание вот этого, вот этой заповеди о покое, потому что, в общем-то, многие люди, они занимались вообще ничего не деланием, и в храм не ходили, в общем-то, и не читали Священное Писание, хотя это было повсеместно распространено в Древнем Израиле. Вот, христианцы немножко по-другому. Дело в том, что Ветхий Завет был упразднен Новым Заветом, и вместо буквального понимания и исполнения каких-то определенных религиозных предписаний, Господь, в общем-то, сказал, что необходимо делать прежде всего конкретные дела, то есть свою веру каким-то образом проявлять. Вот, действительно, что может быть важнее того, чтобы, например, оказать помощь ближнему или, например, совершить какое-то доброе дело. Вот, но центральным днем у христиан в Новом Завете стал именно день воскресный. Это день воскресения Христова. И если у древних иудеев суббота как бы завершала вот этот вот недельный цикл, то у христиан как раз именно воскресение, этот вот главный день, он предваряет собой всю наступающую неделю. Вот. Значит, день покоя к этим дням покоя, то есть вот к воскресному дню, необходимо также, в общем-то, добавить и следующие дни. Это дни, когда церковь празднует двунадесятые праздники, их 12, также великие праздники, такие как обрезание Господне, или Рождество Иоанна Предтечи, или Покров, или память Казанской иконы Божьей Матери. Вот. А также среда и пятница любой недели, кроме сплошных. В эти дни необходимо посещать храм. Но вот, понятное дело, что в наше время бывает так, что многие люди говорят, вот у нас единственный выходной – воскресенье, что же нам, например, и на дачу не съездить? Конечно же, можно съездить и на дачу, и, в общем-то, и по дому дела сделать, но необходимо с утра сходить в храм, если имеется такая возможность, помолиться Богу, в конце концов, и спросить Его благословения на предстоящий день и на всю неделю. Вот, и как-то иным образом проявить себя не на словах, а на деле добрым христианином. Нам поступил вопрос, почему мальчиков во время крещения заносят в алтарь, а девочек нет? Что там с ними делает священник и что это означает? Что символизирует и дает крещаемому? Сношение ребенка в алтарь, точнее мальчика, символизирует выцерковление его. Мальчик заносится в алтарь, потому что он потенциально может являться священником. В Русской Православной Церкви только мужское священство, а девочка священником являться не может, поэтому в алтарь она не заносится. Но она также выцерковляется и подносится к царским вратам. Это идет очень древний обычай еще с Ветхого Завета. И означает он именно посвящение ребенка Богу, потому что тогда всех младенцев приносили в храм и посвящали Богу.